А вот в водах Печоры олени точно не станут плавать, замерзнут. Вот, например, пока в Европе побит очередной максимум температуры, на северо-западе России погода решила установить минимум. Так, накануне в соседней Воркуте выпал неожиданно снег. Необычно холодно и в Поморье, исключением не стала, конечно же, и наша заполярная столица. На протяжении последних 5 дней среднесуточная температура составляла всего 8 градусов. По прогнозам синоптиков, резкого потепления в ближайшие дни на севере не предвидится, однако направление ветра сменится и начнет поступать воздух из Атлантики, постепенно вытесняя холод. К концу недели столбик термометра медленно, но верно поползет вверх, а пока жителям региона остается только надеяться, что прогнозы окажутся верными. Поскольку север считается кухней погоды, поскольку с одной стороны у нас теплое течение Гольфстрим, а с другой стороны Уральские горы. Поэтому вот такая у нас переменчивая здесь погода обычно бывает. Ну и в ближайшие дни, на завтра и на следующие 3 дня у нас ожидается такая же погода. В ближайшие 3 дня теплом нас точно не порадует. Погода будет облачная. Временами синоптики обещают прояснение. 7 июля в Нарьян-Маре днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 11-13 градусов со знаком плюс. По округу температура воздуха днем составит от 9 до 14 градусов, местами всего до плюс 4. На побережье ночью порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.